Спортсменам предстояло на скорость преодолеть порядка 400 ступеней в боевой одежде пожарного, включившись при этом в дыхательный аппарат. Быстрее всех с этой задачей справился пожарный первой улан-удэнской пожарно-спасательной части, чемпион Дальневосточного округа Павел Иванов. Добраться до 20 этажа ему удалось за 1 минуту 55 секунд. Всего в состязаниях приняло участие около 40 спасателей из 11 пожарных частей города. Дашибазар Цыденов бежал впервые. Ходил на тренировки пару раз. Волнительно очень. Не знаю, как поведет организм. Надеюсь, я готов. А до этого в скафандре, я так понимаю, бегать пробовали все-таки? Да, всегда в училище много было тренировок в одежде с аппаратами. Вторым на соревнованиях стал заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления Дмитрий Луценко. Его время 2 минуты ровно. Он уступил лидеру всего 3 секунды. Третьим стал пожарной части 56 Роман Самигулин, показав результат в 2 минуты 2 секунды. Действительно, вот этот вид соревнований, подъем, да, на высотные здания, скоростной подъем требует от каждого пожарного для, наверное, любого жителя просто подняться на 25 этаж, это уже подвиг. Сегодня вы продемонстрируете, что, несмотря на тяжелейшие условия, на работу, на зачастую на предельных условиях, готовы выполнять свои задачи, готовы принимать решения, направленные на спасение жизни и здоровья наших граждан. Тройка лидеров в сентябре представит Бурятию на соревнованиях в дальневосточная вертикаль среди главных управлений ДФО во Владивостоке. В составе сборной с сегодняшними призерами поедет также абсолютный чемпион прошлогодней дальневосточной вертикали, начальник караула пожарной части номер 2 Александр Спиридонов. Со следующей недели спортсмены приступят к усиленным тренировкам, чтобы улучшить свои результаты. Мария Латышева, новости дня.